Ну, доволен сегодняшним матчем. Нам надо было сегодня побеждать, потому что так не очень удачно сложился прошлая наша встреча сложилась. Вот. И очень доволен, с каким преимуществом мы сегодня играли. Я сейчас не про счет, я сейчас именно про игру. Вот. Еще один момент, доволен то, что сыграли на ноль. Мы поддержали нашего молодого вратаря. Ну и третий момент, то, что дебютанты были сегодня, поэтому со всех сторон можно сказать, что матч удался. Этого времени, которое провели дебютанты, достаточно было, чтобы какую-то оценку выставить? Ну, хотя бы минимально. Удовлетворили их действия? Скажу так, самое главное, что я доволен, как они на тренировках работают. Те ребята, кто вышли сегодня на замену. Вот. И учитывая ход сегодняшней встречи, надо было дать ребятам выйти, потому что те ребята, которые проводят больше времени, мы боремся за титул, и мы не можем часто ротировать состав. Вот. Поэтому они своей работой заслужили, вышли, отработали, но не так много было времени у них, у всех, чтобы все показать. Вот, ну, посмотрим. Ну, я доволен. Они, по крайней мере, игру не испортили. Но, опять же, скажу, что преимущество у нас было очень хорошее сегодня. Вас приветствовали в Борисове на городском перед матчем аплодисментами. Сегодня был любопытный эпизод, когда наш, пусть и небольшой, но сектор, там 30-40 человек, скандировали вашу фамилию. Для вас это показатель, для вас это важно, учитывая, что в любом случае играем для людей? Даже не знаю, что ответить на этот вопрос, но я рад, что моя фамилия там звучит. Я, в свою очередь, хочу сказать, что но я думаю, что наша игра тоже нравится нашим болельщикам. Вот. И мы, скажу так, что мы, кроме счета, мы с ребятами всегда обращаем внимание на содержание игры, даже в тренировочном процессе. То есть понятно, что самое красивое – это счет, но на содержание игры мы всегда обращаем внимание. И я думаю, что болельщики это чувствуют.